связи с усилением ветра сегодня в Астане отменяются занятия в школе для учеников первой смены с 1 по 4 классы. Кроме того, метели, плохая видимость на дорогах стала причиной закрытия ряда автотрасс по всей республике. Так, со вчерашнего вечера из-за ухудшения погодных условий закрыто движение по нескольким направлениям для автотранспорта в Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской и Кызылординской областях. Сегодня с утра из-за бурана закрыта трасса Астана-Караганда.